А ты в этих игре прям? Смысл? У тебя даже нет смысла менять чешки. А вы куда? Так, друзья, ну что, на дворе 1 сентября. Все отправляются в школу. Смотрите, какой красивый мальчик у нас. Один вчера вернулся со сборов. Милаша идет сегодня последний раз в свой сад. И с завтрашнего дня идет в новый сад. Ура, ура! Сегодня я не пойду на линейку. Я отведу Милашу в сад. Поеду по делам. Сегодня Ксюша пойдет провожать наших мальчиков и снимет, как у них там дела, какие у них там одноклассницы. Школу вам покажет. В общем, смотрите дальше, будет интересно. Руслан, что? Как твой настрой? Нормально. Соскучился по школе? Очень. Ты какой-то нерадостный. Еще 4 месяца побыл. Ну, успеешь еще через 9 месяцев? Да. Все, пошел? Да. Ну, давай. Ты куда кроссовки украл? Я приехал в школу. Да. Стоять! Как настрой? Хорошо. Соскучился? Да. Что сейчас придешь, скажешь? Ничего. Ничего? А где цветы? Какие цветы? У меня классный руководитель Романович. Кто не в рубашке, тот лох на 1 сентября. А ты тоже без рубашки? Вообще одинаковые еще? Да. В автобус шли бы завтра в этот, так. Вы что, надо в рубашке, чтобы это же праздник. Нет рубашек. Нет рубашки? Дать рубашку тебе? Мне дали уже. Стас, выдай рубашку. Потерялся? Да. Отлично. Всех с днем знаний. Нашелся. Стас, мы отлучились на минутку, чтобы ты показал школу вокруг. А ты уже потерял свой класс. Как так? Вот так. Такова жизнь. Такова жизнь? И что ты сейчас будешь делать? Не знаю. Как не знаешь? Честно говоря, я знаю это.